Ну що ж, дякую, Сергій Натенко, за те, що підготував такий цікавий інтернет-огляд. Ну а прямо зараз, я думаю, можна розглянути трохи актуальну тему для кожного. Це перше, публічні виступи. Тема хвилює кожних, тому сьогодні я запросив Сергія Стужука, тренера сучасного ораторського майстерності публічних виступів. Тобто, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброе утро. Доброго ранку. Давно не бачилися? Да, три дня всього пройшло після останньої зустрічі. Не пройшло і три роки. Да. Ну що ж, я думаю, можна розпочати з такого актуального питання. Всі задаються, як подолати страх? Навіщо? Навіщо це робити? Ну, деякі навіть кажуть, що ти повинен хвилюватись під час виступів трохи. Ось, але таке тремтіння, я маю на увазі такі руки, як під час там промови чи виступу на телебаченні або радіо, як його це подолати, як підготуватись до виступу? Я хотів би сразу сказати, що саме головне, ця тема є дуже актуальною. И в Америке об этом знали, что у нас сегодня будет эфир на эту тему, и поэтому благодаря этому провели дебаты Хиллари Клинтон и Трампа. Правда, результаты мы узнаем уже позже, но наши телезрители уже после этой передачи смогут оценить уже эти выступления как эксперты. Ого, ничего себе. Самое главное, что публичное выступление – это очень важный фактор, и у нас есть большая проблема. У нас этому никто не учит, у нас этого нигде нету. Так, до речі, так, майже взагалі немає у нас. Даже в учебных заведениях, если есть, то это представляет из себя что-то вроде курса риторики, где немножко говорят про античных авторах, как камни во рту посовать, поговорить. И после этого переплывают плавно в 19 век и говорят о наших замечательных Кони и Плевака, которые замечательные, говорили фразы, острые моменты освещали, и все, на этом заключается. А еще обовязково треба сказать, что Карнеги, він не актуальный, він, не знаю, хотя мне книжка подобается дуже. И вы знаете, Сергей, вы правы, Карнеги, он актуален, он не полностью, это классика. Ну, частково актуально, еще конечно, пришло. Поэтому его можно читать, но руководствоваться нужно немножко другой литературой, либо видеоматериалом. Я хотел бы, кстати, пользуясь случаем, сказать, что сегодня есть и плюсы, и минусы для наших зрителей, потому что это будет очень актуальная и важная тема для всех. А минус – это то, что за такое короткое время мало что можно будет сделать. Мой самый короткий курс – это 8 часов выступлений. Тем не менее, самое главное нужно знать, что публичное выступление – это не только для журналистов, это не для политиков. Это необходимая такая… Необходимая компетенция любого успешного человека. Бизнес, продавать товар, услуги. Нужно работать по преподавателям, студентам. Да, это всем цікаво. Домогосподаркам, бизнесменам. Есть супермены, которые мастера своего дела, эксперты. Но они не востребованы, потому что они не могут подать свой товар. Так. А это играет ключевую роль. Поэтому это очень важно. Я, кстати, когда думаю, что такое публичное выступление, я, чтобы наиболее ярко представить эти моменты, забрал у дочки конструктор и принес его сегодня сюда. Опа, это уже интересно. Да, я думаю, такого у вас еще не было. Вот. И смотрите, потому что реально рассказывать можно долго, а показать можно быстро. Самое главное, публичное выступление – это… Да, вот ваше выступление – это обычное выступление обычного человека. Это контент, это та информация, которая у вас есть. Все. Он подготовил ее, пришел и дал. Этого мало. Это 10%. Вы ничего этим не добьетесь, поэтому не удивляйтесь. Самое главное – нужно побороть страх. Я рисовал, вот здесь такие рожицы. Так, цикало. Потом вам нужно четко поставить цель. Этого не делает никто. А ну, практически никто. Или ставит ее некорректно. Какая цель нужна для того, чтобы добиться успеха? Нужно вовлекать аудиторию, потому что без увлечения аудитории цикл внимания взрослого человека у нас уже уменьшился с 20 до 7 минут, и все, дальше этого не будет. Самый важный вопрос – это зрительный контакт. Извините, может, не так красиво, мы с дочкой это делали. Потом, чтобы люди слушали вас внимательно, у вас должны быть слуховые раздражители. Это не обязательно громкий звук, иногда наоборот, это даже пауза. Подвышивать, понижать. Поднимать, опускать, либо делать ускорение темпа речи, либо говорить немножко медленнее и… Тобто граємо не на одній ноті, а ще… Совершенно верно. Переключение каналов. Юмор. Любое современное выступление, оно обязательно должно быть с юмором. Ответы на вопросы. Это супер
способность, которая необходима нужна, и мы ее даем. Дело в том, что очень сложно бывает отвечать на вопрос, когда ты не знаешь ответа. А есть технологии, как это делать. Самый важный момент, которого мне сегодня, зрителей, с вами не хватает, это... Все на око схоже. Да, совершенно верно. Все-таки нужно людям все намного больше показывать. Нужно показывать слайды, нужно показывать презентации, нужно показывать себя. Самая главная ошибка наших выступающих зачастую – это пользование трибуной, и что иногда даже видно только одни глаза. Ага, и самое главное, арку с паперой, вот совершенно верно. Новое. Всегда у вас должно быть что-то новое. Без этого ваше выступление будет неуспешным. Вот и все. Дорогие друзья, это моя дочка Кира. Кира, я не забрал, я не отдал другим деткам. Я принес нам здесь, взрослым людям, поиграться. Кира, мы все повернемо. Ты не хвилюйся, все будет нормально. Я хотел бы, если есть возможность, сказать сразу же людям про главные заблуждения, которые существуют в публичных выступлениях. Во-первых, это текст. Все готовятся исключительно... По плану еще как? Мало того, что план, это печатание текста. 90-100% подготовки выступления — это мы кропаем до выступления, перед выступлением еще черкаем, что-то делаем, добиваем и все. О том, как мы будем это говорить, что мы будем показывать, как мы будем работать с аудиторией, какие вопросы будем задавать и получать в ответ, над этими вопросами считается, это вторично. А что треба работать? О, самое главное, что если бы все зависело только от текста, пусть даже классного текста, замечательного контента, то тогда бы не существовало такое явление, как реклама, а было бы просто перечисление таких хороших, полезных качеств товара либо услуги. Вот и все. Ну реально, мы видим рекламу, и нам показывают красивые вещи, которые не касаются, нам создают проблему, которую мы не спрашивали, и только после этого говорят, вот решение проблемы. И мы тогда ее воспринимаем совершенно по-другому. Вот, поэтому... Так, это же мне важно, это актуальная тема для меня. Да, напугали людей, нужно знать, что их тревожит. И самое главное еще, сам по себе рассказ, это, так сказать, большое заблуждение преподавателей, что они считают, что для студентов, либо учеников, то, что они говорят, это очень важно, архиважно, и не важно, как они это скажут, и услышат они или не услышат, запишут или нет, это их проблемы, а не преподавателя. Это все не так. Ну, я тоже так вважаю, Иногда бывает засынаешь під час лекции. Поэтому надо иметь соответствующие инструменты, техники, которые я даю людям, и они успешно выступают. Вопрос в том, что еще надо знать такую биологическую способность человека. Зрительный нерв, он 50 раз толще, чем слуховой. И если вы просто рассказываете, это вы не добьетесь успеха. Доказано, что человек усваивает со всей информации, которая идет, только 10% из того, что он услышал. 35% из того, что он услышал и увидел. И 70% из того, что он услышал, увидел и участвовал. Яркий пример я вам покажу, и вы сами сейчас убедитесь, что это была правда. Что вы лучше запомните, товарищи зрители? Когда вам рассказали о том, как кому-то дали по морде? Когда вы лично увидели, как кому-то дали по морде? Или когда вам дали по морде? Как вы думаете? Я думаю, что последнее наиболее эффектно западет вам в душу, и вы это помните будет дальше. Ну, я думаю. Именно так нужно строить. Это такой критический такой момент, но он хорошо раздражает и хорошо запоминается. Дело в том, что именно таким образом и нужно строить свое выступление. Текст, что вы будете показывать, что вы будете делать. Потому что, еще раз сказал, 7 минут. Выступления чаще бывают 20-30, полчаса, час. А до яких годин выступается нормально? Який регламент? Є якийсь чіткий регламент? Самое главное, что сейчас публичное выступление, современное публичное выступление, оно довольно демократичное, но в то же время оно более темповое. Оно может длиться сколько угодно, но чем меньше, тем лучше. Ролики в 3 минуты гораздо более востребованы, чем в 5 минут. Поэтому, если есть возможность у вас убрать лишние паузы, неважную информацию, убирайте. Но если у вас выступление больше по времени, дробите его. Вы выступаете, потом что-то показываете. За вопросы в зал, потом вы показываете ролик. Потом вы работаете с людьми, потом вы слушаете и так далее. Вот эти переключения каналов, они играют большую роль. Мы сейчас на телевидении. Разве не было у людей, когда вы приходите домой, вы включаете что-то неинтересное, ага, спорт, неинтересно, политические дебаты, ага, новый день, о, интересно, посмотрели. Потом спорт. Вы посмотрели, что вы целый час просидели перед телевизором, но ничего интересного для себя не увидели. Но вы сидели, были прикованы прямо к нему. Почему? Переключение канала. Так и выступление не должно быть не только монотонным и голосом работать. Вы должны разное показывать. Пластика. Считаю, что самое лучшее — это трибуна. Да, это защищает.
Если вы хотите влиять на людей при выступлении, вы должны быть максимально открытым. У вас не должно быть закрытых поз, у вас не должно быть закрытых скрещенных ног, у вас не должно быть трибуны. Совершенно верно. Яркий пример женский, когда приходят на экзамен девушки, вот они закрываются, они боятся. Если они так боятся, они закрываются, они и думают, что им так комфортнее. Но и излагать так информацию, это будет ошибкой. Сергій, у мене був такий випадок, не у мене, мені дівчина розповідала, вона десь 4 місяці готувалась до виступу, підготувала слайди, підготувала матеріал, все на зубок знала. Виходить на сцену і все, замерло. Тремтіння, не може сказати ні слова, ані слова, навіть з запинанням нічого не змогла сказати. Вона показувала слайди, вона дивилась, не могла нічого прочитати, і просто завивила виступ. Ну, тут і знання були, і все наче було, і підготовка, але от таке тремтіння, я не знаю, може якісь там способи, щоб його подолати, як, не знаю, якось. Якщо от прямо перед виступом відчуваєш, що все, ти кам'яний, просто кам'яний. Ну, я скажу так, що ви бачите, це одна із составляющих, безусловно, якщо ви боїтесь, то виступлення успішного ніяк у вас не вийде. Саме головне, що у нас є 30 технологій, як убрати страх. Как долгосрочный, как и перед самим выступлением, как вы говорите. Не очень хорошо, когда перед выступлением человек вот такое тремтение у него возникает. Это, но и в то же время, если человек абсолютно равнодушный, это еще хуже, чем она так волнуется. Волнение должно быть. Именно тогда выступление ваше получится живым, красивым, ярким. Чтобы у вас блестели глаза, чтобы у вас был румянец, если надо. Не надо, нарисуем. Люди хотят видеть живых людей. Поэтому для девушки, конечно, надо, для любого человека, когда он выступает, конечно, нужна максимальная подготовка. Это, в свою очередь, серьезно успокаивает. Если уже менять нечего, осталось до выступления 10-15 минут, у вас дрожит, то есть, ну, можно два варианта, может быть, сказать. Первый – это излишняя моторика. Это адреналин впускается в кровь, человек боится. Реально люди все боятся публичных выступлений, пока не овладеют этим искусством. Поэтому надо дать этой моторике выхлоп. Да, ожидает она перед выступлением, остается 10 минут, нужно дать физическую нагрузку. Поприседать, так, чтобы люди на тебя... Любая физическая нагрузка, которая позволяет ее шпильки там, или костюм, потому что мне нужно поприседать, попотягиваться, поотжиматься, помахать руками. Но самое главное не делать это перед самым эфиром и не на самом эфире. Чтобы дыхание было нормальным. Совершенно верно. Во-первых, нужно, чтобы дыхание сохранилось нормальным. И... люди не должны этого видеть, она же не обязательно на телевидении выступает. Вот. Второй вопрос, это, ну, есть такой способ, как шинель. Когда когда вы идете выступать, мы часто думаем, мы идем, как в цирке, мы будем выступать, нас все будут смотреть, это будет очень страшно и так далее. Нужно немножко на секундочку представить, что вы генерал, мудреный опытом, ничего из происходящего вас не удивит, вы знаете на каждый шаг любой контраргумент. Вы одеваете мысленно эту шинель на себя, вот через 10 минут выступления, вы сидите, плечи опускаются, осанка тела получается другая, вас ничто не удивит. Дело в том, что когда мы боимся, голова уходит вниз, мы хотим закрыться, мы хотим оборониться и так далее. И эти сигналы даются нам в мозг. А дело в том, что когда нам весело, мы улыбаемся, да? Но в том-то и дело, что работа и связь мышц и нашего настроения, она двусторонняя. И поэтому нашими движениями, нашими улыбками, нашими вот этими приемами, скажем, двумя, мы даем знать обратно, что у нас все здорово, у нас все хорошо, так, мы уверенности. Частіше посміхайтесь. Сергій, дякую, що прийшли, дякую, що подарували такі нам поради. Я думаю, всім знадобляться.